Будущее России будет огромное, большое и процветающее. Я очень рад, что против России велись экономические санкции. Теперь, наконец-то, наше собственное руководство России начинает думать о собственном сельскохозяйственном развитии, о собственном производстве и так далее, и так далее. Мы теперь отказались от всего импорта, да, именно того импорта, который мы можем здесь производить у себя на собственной земле. Мы сейчас развиваем сельское хозяйство, мы строим коровники, мы строим свинарники, мы строим огромные большие те заводы, и при этом мы даем в первую очередь, рабочие места для своих граждан. Это и увеличение заработной платы, это и пенсионный фонд, и так далее, и так далее. Наконец-то Россия стала с колен экономически, политически. Теперь мы будем думать о собственном народе и не будем думать, как накормить Европу. Вот это, поверьте, политический шаг, который сделан со стороны нашего руководства, это огромное будущее и процветание нашей России и в политическом, и экономическом кластере непосредственно.